Сегодня утром в малом зале кинотеатра «Искра» прошло еженедельное оперативное совещание, последнее в уходящем году. Руководителем подразделения администрации Ленинского района был представлен исполняющий обязанности главы района Олег Владимирович Хромов, который будет руководить районом до выборов главы муниципалитета. Оперативное совещание провел Олег Владимирович Хромов, которого 25 декабря Совет депутатов Ленинского муниципального района утвердил исполняющим обязанности главы района. На оперативном совещании Олег Хромов ознакомил глав поселений и руководителей структурных подразделений района с принципами, которыми он намерен руководствоваться в достижении своих целей по стабилизации района. Среди этих принципов – открытость, готовность к диалогу, возможность учиться. Главный принцип – это житель для нас главное действующее лицо, а не личные пристрастия чиновников, в том числе и исполняющего обязанности главы. Мы должны вырабатывать совместные решения, мы должны проводить совещания, но только совещания не ради совещаний и галочек, а все-таки шаг за шагом вырабатывать ту политику, которая нам поможет сделать жизнь наших жителей. Олег Хромов имеет два высших образования. Предыдущая работа его была связана с финансами и экономикой. Последние 9 лет он был первым заместителем руководителя администрации городского округа Домодедово, нашего соседа, а потому в курсе многих дел, касающихся экономического положения Ленинского района, которое Олег Хромов отметил как стабильное. Среди приоритетов работы Олега Хромова – умная социальная политика, которая, по мнению руководителя муниципалитета, поможет не тратить бессмысленно бюджетные деньги. Кроме того, важно, считает Олег Владимирович, формирование устойчивой структуры экономики, создание новых рабочих мест, развитие малого бизнеса, использование территорий с наибольшей экономической отдачей. Обосновывая сказанное, Олег Хромов привел наглядный пример. Для того, чтобы обеспечить финансирование одного нашего ребенка в детском саду или в школе, нам необходимо с вами создать 2 высокооплачиваемых рабочих места с заработной платой более 40 тысяч рублей. Если мы не создаем с вами рабочих мест, тем самым мы с вами не получаем динамики развития в социальной сфере. Олег Хромов также сказал, что намерен продолжить знакомство с районом, чтобы быть в курсе любых мелочей и первым делом пройти район в прямом смысле пешком, общаясь с жителями, видя своими глазами их жизнь. Основной задачей любого нормального социального климата любой территории является работа над экономическими показателями. Первыми экономическими показателями, конечно, является мобилизация доходов. Если мы не будем получать бюджеты поселения, бюджеты района, соответствующих поступлений, решать какие-либо задачи социального характера нам будет практически невозможно. На оперативном совещании говорили и о предстоящих праздничных днях, о готовности всех структурных подразделений к обеспечению спокойствия и безопасности на улицах городских и сельских поселений. Исполняющий обязанности главы района нацелил подчиненных на активную плодотворную работу и пожелал каждому хорошего Нового года. Татьяна Брылова, Александр Ильин, Евгений Садовский, Видное ТВ.